Оу, друг, а ты чё забыл тут? Минус голова твоя глупая. Чё, серьезно, прям на стол? Прям на стол? Кушать подано, друзья. Кто здесь? Где здесь? Ба, ну-ка стань мужчиной. Мужчины, видите? А я Т-2000. Друг, что с тобой? Посмотри, там из ангара что-то ломится. Привет, Томми. Ой-ой-ой. Так, у нас есть возможность разглядеть его глаза. Всем привет, друзья, с вами Харди, и мы продолжаем Last Day, последний день на Земле. Гарри! Гарри, дружище Гарри, посмотри, какой он дерзкий. Опробуй. Значит, он мне говорит антидот в канализации. Дал он мне вот здесь вот антидотик, да? Плюс, посмотри, мы можем готовить свой антидот. Есть у нас такое задание, да? В сезонных заданиях у нас есть испытать антидот Гарри над зомби в канализации 30 раз. Бро, именно в канализации. Я уже напортачил пару раз. Ну а мы сейчас доделываем с тобой репутацию. Нам остается совсем чуть-чуть, да? У Гарика буквально вот два задания. Торопимся, у нас сейчас все перезагрузится. Блин! Блин! Блинка, ты моя любимка! Так, еще раз, что он мне говорит? Канализация, все четко. То есть это не подвал, это не деревня, это каналюга. Ну а вот здесь мужчине, да, мне тоже остается совсем капелючечку. Тороплюсь я так, потому что скоро перезагрузится деревня. Если сейчас успеть вбить левела, да, будет все красиво. Есть нога. Здесь как бы уничтожь всех противников в лагере рейдеров. Как два пальца, быстрей. Оба-на. Судя по данным Чака, бандиты остановились здесь. Надо убедиться, что надолго они не задержатся. Ну, это понятно, да, держится долго. А вот, посмотри, вот эти развалины городка, где мы с тобой достаем антидоты. Не антидот. Блин, я проволоки сколько накрафтил. Мы здесь много чего достаем, да? И как бы надо стараться фигачить два раза в день эти развалины городка. Пилюс. Дедуля, возможно, даст задание сейчас, опять же, на что? Правильно, на эти развалины городка, которые вот-вот уже обновятся. Поэтому мы торопимся с тобой со страшной силищей. Нам надо все облутать до обновления. Хорошо идут бомжи, да? Хорошо, окей. Вообще, очень много у нас недовольных новым сезоном. Но так всегда. А по мне, так очень даже грамотно сделан сезон. И, если честно, гораздо интереснее, чем сезон с Мишкой. Почему? Ну, там как-то вот, блин, я минометного обстрела ждал, а он какой-то вышел вообще, что попало. Вот. Так, ну чё, мужчин, мой блиночки, металлолом нужен. Я проволоку накрафтил, надо было сливать ее. Ну, ладно. То есть, репутация Чака у нас все, завершающая стадия, да? Мы сейчас с Чаком с тобой это... Закончено будет. А по поводу, к примеру, задания, которое было вот совсем недавно у нас, 200 урона нанести рейдерам в лагере. Да, это задание не для новичка. Да, у вас должен быть байк. Но 200 урона это всего лишь двух рейдеров убить. Я не знаю, это такая изичная тема. Я честно, я не успел. Я не успел это каждодневку эту сделать. Не все я делаю, конечно же. Оу, друг, а ты что забыл тут? Минус голова твоя глупая. Ты на мужчину с большой мачетой вообще не лезь. Нам, конечно, до мачете Мочилова как очень далеко. Я бы сказал, как до Китая пешком, но туда вообще пока лучше не ходить. Вот. Спускаемся быстрее. Вообще нам нужна каналюга. По правилам вообще игры, да, мы с тобой зашли сюда. Все. Отчет времени вот тот тормознется. То есть, как только я выйду, я тут же могу уже вот в этом прям ролике могу тебе показать второе прохождение вот этой деревни разваленной гребаной рейдеров. Чё так много, бомжи? Осадите. Я вообще, блиночки, смерть разящая, коса, блин, уносящая. О, головы-то, смотри, как высок. Чё, серьезно, прям на стол. Кушать подано, друзья, кто здесь? Где здесь? Эти бомжи, рейдеры. Ну, они вообще обычно не доедают, да? Вот я на них сколько смотрю, на этих рейдеров. Бомжи бомжами, блин. Они, в принципе, и голову кожееда могут заточить и еще сказать, вкусненько. Ну, мне так кажется. Не в обиду. Да, друзья, по поводу дедушки, да? Возраст надо уважать. Тьфу ты, гребаный ты дед. Опять вот.
Надо уважать, да, возраст, я согласен. То есть я так же просто, ну бесит меня этот дед. Бро, ну бесит, ну что я могу поделать, он мне не нравится. Он стрёмный, он, блин, нервический, психический. У него, значит, Саманта, да, его жена, она с кожеедиком стала. Ну и у него все, шифер поехал. Прям вообще, не вернуть его на место. И не вернуть его назад. Нога попала в колесо. Но кто же виноват? Никто не виноват, что апокалипсис. Никто. Но дед бесит. О, глазенки. Блиночки. На тебе изоленту, а мне глазик. Ой-ой-ой-ой-ой, что за беспредел? Началось, да? То, блин, ничего не дают, а тут смотри, что разошлись. Так, кровушка красная. Не набираем. Есть у нас каждодневочка шикарная. И там гласит она, значит. Так, давай. Блин, нет, не так. Ну, давай вот так хотя бы. И о чем она говорит, эта каждодневочка? Что мы с тобой должны набрать зеленой крови 10 штук. Задания следующей недели, друзья, они уже есть, да, вторая неделя. Но для начала, вот, я думаю, не все выполнили, да, задание вот этой недели. Так, 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 а тебя просто по-честному. Хорошо, мужчина. Ой, мозги твои, блиночки, у него мозги есть, ничего себе, молодец. А какие большие, да? Так, парам-пам-пам, блин, мне бы огнестрельчик, короче, да? Что-то я погорячился, пришел сюда. О, вполне адекватный глок. Ну-ка. Блиночки, у меня лучше, конечно. Я лучше произвожу глоки. Так, по стелсу действует. Какому нафиг стелсу, короче? Надоели мне эти бомжи. Все. Разъедатели, распердатели. Кого тут только нету. До свидания, друг. Я с вами, блин, церемонился. Вы мне надоели. Просто тупо надоели. Все. Нету времени, друзья. Потом. Все будет потом. Так, стоять. Удалить. Бомбить. Ну ладно, тебя давай красиво. А что, кстати, два разъедателя? Нет, токсичный. Обычно тут у нас разъедатель, да? Разъедатель проволоки. Ух ты, блин. Дерзкий ползун. Мужчины, впускайте меня в канализацию. Так, давай все-таки мы вот здесь вот, чтобы все уже чистенько, аккуратненько. Мне нравится, как он двери накручивает. Ну, реально круто. Ну, в смысле, ну, ты понял. Просто вот про... Слушай, реально вот эта коробка гребаная перемещается. Без шуток. Я еще думал, блин, неужели она у нас перемещается. Она перемещается. Реально. То есть этот лут перемещаемый, да? Вот там точно не Саманта. Ой, хорошо, мне нужна эта карта. А может, уже и не нужна. Так, что? Глазики точно нужны, конфетки будут нужны. Ну, мне кажется, нужны, потому что не было куда применять их. Да, вот так мы сделаем. Вообще, весь лут хороший. За новичка, вот, когда я спускаюсь сюда, я прям в шоке. Сколько болтиков, винтиков, шпунтиков. Сколько всякого овнища, и все оно нужно. Так, что делать с антидотом? Вот в чем вопрос. Мне кажется, надо просто в бубен кинуть его, да? И он станет человеком. Человеческим детенышем. Да, друзья. О, да, ну да, великая вода. Наступил тот самый знаменательный дед. День. Дед-красавчик. Почему? Бам! Ну-ка, стань мужчиной. А чё, вы мужчинами не будете становиться? Блин, бомжи, вы чё? Что-то мы испытали, короче, я надеюсь, мы не провалили задание. Дед, ты... Вот, а мне говорят, нормальный дед. Чё в нем нормального? Дай мне самолечение. Чё в нем нормального в этом дедуле? Не работает шняга твоя, дед. Я ему сейчас предъявлю, блин. Я ему сейчас как предъявлю, ёлки-палки, а? Обманщик, я только сломал броню свою шикарную. Пока... О, болотный толстяк. О, мужчина очень солидный. Мужчина вырос в болотах. Суровый и серьезный ползун. Чё у тебя есть? Мозги у него большие, конечно же. Это ж, блин, мужчина. Ого-го. А там чё у нас? Еще один болотник. Ну, давай нагибаем всех, хочу делать.
Надо будет домой заехать, да, а то нам рейдеры по башке надают без этого. Еще глазенки. Так, вот это стерем, сотрем, уничтожим. А то слишком много. Вот, кстати, да, можно было давно бинт сделать. Вот так, чик-чик. Где? Где тряпочка была? Да блин, болотники, вы чё? Короче, нет времени у меня тряпки ваши собирать, пофигу. Так. Смотри, сколько мы ивентовой всякой шняги насобирали, а? Вообще нормально, да? Еще динамик. Нормально? Вообще нормально, согласен с тобой. Так. Ага, места нету. Так, тогда тряпочка, до свидания. Вот этих надо 10 раз, да, нам собрать. Получен экземпляр. Недостаточно мест. Ну не обман... Ну блин, друг, ну как недостаточно-то? Ай ты блинский, блин, а. Металлолом я не отдам им. Это мой источник металла, это раз. И вот эту колючку, к примеру, да, надо было делать для репутации. Металлолом. Вот так вот. Так, ладно, все, погнали отсюда. Хорошо. Испытали, антидот? Испытали. Сейчас остается сказать деду. Дед, ты рукожопый, у тебя ничего не вышло. Ничего себе. Вылазю такой, смотри, что и разъеду. Ты знаешь, что это такое, бро? Ты же видишь, да? Перезагрузилась. Все, верхняя часть перезагрузилась. Бишпредел, да? Ну скажи бишпредел. Да, 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 дирижабль. Ну это ненормально вообще. Ты же вроде муж... Ну вот так вот, да, есть такие ребята. Глупее, чем кожиед. Привет, друг. Да, да, да. Знаем, летали. Я тебе два раза буду успевать даже всекать сейчас. Раз, два, так. Раз, два, раз, два. На два он не выдержал. Слушай, нифига какая дикость, а. Уже перезагрузилась, а я прям внутри здесь. Ну ты видел, да, пару минут оставалось, поэтому вот такая ситуация произошла. Так, ну ладно, это окей, это хорошо. А здесь дверь открыта. Забавно. Протестировал? Не работает? А ты как думаешь, дружище? Протестировал, выброси ее. Блин, алюминиевый свинцовый лист, это круто, бро. Но его можно из аккумуляторов в развале взять. Нам сейчас для задания надо тонну пробирок. Поэтому, в принципе, да, лучше, конечно, вот эту пробирку и брать. Так, и что ему сразу надо? О, ничего себе наглец. Ну, дед, ты вообще борзеешь. Ну, мозги-то ладно, забирай, на, ешь, блин, ненормальный. Ну, вот это, дед, ты меня удивил. Смотри, что ему надо. Пробирки с кровью, блин. А у нас с тобой задание 30 кожиедов проверить вот этой ерундой. 30. Ну как бы, а что торопиться, да? Что торопиться? Вот эту хлам всякий сливаем, и нормально мы успеем репу у него вбить. Вообще вполне. Так, зафиксировали, да? Поехали домой и поехали нагибать уже финальную награду у Чака Норриса, блинчики. Ну или как его там? Чак, короче. Вон, получим сейчас трансмиссию и откроем все-все-все награды. Ну а здесь, да, последний остался рубеж. И он даст, опять же, какое-то задание. Что по поводу пробирок? Блин, я не знаю, бро. Смотри сам, я не рекомендую тебе отдавать ему пробирки, чтобы повышать твою репу. Ну реально, у нас еще целых, блинчики, 2 недели, да, и чтобы вот этих пацанов поднимать, поэтому что париться? Вот этой фигней вот. И кровь тоже я отдавать ему не буду. Нафиг, нафиг. Обойдется. Так, теперь едем домой за огнестрелом, да? Вот здесь, уничтожь всех противников в лагере. Сейчас всех нагнем и все хорошо будет. Я возьму что-нибудь большое, страшное, чтобы вообще как бы без вопросов там. У матросов нет вопросов, да? Резко всех нагнем. Интересный момент, выходим в глобальную карту. Сейчас, что по поводу деревни, в которую мы заходили? Отвалите. Да, посмотри, обновится через 12 часов. Ну, то есть, когда я из канализации вылез, я как бы очутился уже в этих развалинах, да, и они пошли по новой откат. Прикольно? Вообще фантастика. Ну вот и все, собрались. Это для дедули, а это для рейдеров. Поехали. Мопедик шикарен. Грязный мопедик. Не, грязный пряник есть. Не может быть мопедик грязным. Он просто чуть-чуть запылился. Текс, ну посмотрим, сколько дедули вообще, сколько дедули надо противогазов, интересно. Раз, два,
Четыре противогаза. Я как в воду смотрел. 4-5 должно было быть, да? Вот, 4 противогаза дед вообще принимает только в путь. Ну ничего, молодец, запросики у него, да? Есть! Сейчас мы начнем. Сейчас мы вам покажем, негодяй. Поехали на мопедике с гранатами в лагерь бомжей. Подозреваю, что их тут будет просто тьма. Блин, я не знаю, слушай, вывезу, не вывезу. Но мне кажется, их тут сейчас очень много будет. Сейчас я довыстебываюсь, да? Есть такое хорошее выражение. Довыстебывался. Так, окей. Риск. Благородное дело. Текс. Эй, выживший, мы здесь, чтобы помочь. Веди. Ё-моё, походу большая будет замеса. Какие гранаты? Не канают гранаты. Ты чё творишь? Фу ты. Это рейдер вообще не реагирует, да? Ну, нахлобучивают они меня. Я иду с вами, терминатор в деле. Ой, как же классно, а? Мне нравится это задание. Мужчины, ведите. А я Т-2000 признан, чтобы вас, значит, всех тут защитить. И затащить. Тише, тише, тише. Так, один помощник ушел уже. Ой-ой-ой. Смотри, мужчина на дальнее расстояние фигачит. А этот пистол... Томми! Ах ты же, Томми. Томми, ты знаешь ты кто? Ты смотри, какой он, а? Грёбаный Томми, тот самый. Тот самый, бро. Блин, очки. Томми, ай-яй-яй, мужчина. Ну что, Томми? Я думаю, ты нарвался. Представляешь, вот так. Мы пощадили этого бомжа. А он смотри-ка чё, а? Смотри, какой, а? Но тем не менее, друзья, мы поступили правильно и благородно. Поступим ли мы и так в следующий раз? Конечно. Че, серьезно что ли? Друг! Друг! Что с тобой? Посмотри, там из ангара что-то ломится. Привет, Томми! Воу-воу-воу! Кажи, едики! Вы знаете, сколько стоит этот сет? Как вся ваша гребаная деревня, поэтому вы давайте, это ценные реквизиты, не для вас. О, крушитель! Мне нравится этот мужчина, он такой, ну такой, такой солидный, да? Все, вот этот с пистонами довыделывался. Давай зайдем, посмотрим, где он жил. Он жил как нормальный мужчина, чего ему не нравилось, я не знаю. Вполне нормальная такая штука, дрюка. Так, мужчина, как бы вас, я не знаю. На костре вас сейчас приготовим. Ой, а там кто стоит? Ну-ка, давай посмотрим. Эй, ты чё спрятался с пистонами? Блин, ничего себе, мы так полгода его будем коцать, да? Не, не канает. Нормальный мужчина, слушай, нормальный вообще. Варианты, бро, варианты ты знаешь. Шикарные варианты. Сейчас покажу. Оу, не попал. Угу. Не попал, да, друг? Не попал. Иди сюда, иди сюда. Блинский ты негодяй. Какой ты умный. Ой-ой-ой. Так, у нас есть возможность разглядеть его глаза. Ага. Очень выразительный. Блин, слишком ближний. Это что такое было? Это что такое было? Ой-ой-ой-ой-ой. Когда он правой рукой бьет, мне кажется, это больно. Ага, нервничаем, значит. Ты так не переживай, блин, а то венка на опе лопнет. Чего ты? Слушай, он достаточно резкий для такого громадины, да? Ух ты, бомж. Вот, 21, и причем в кевлар, друзья. Не слабо, да? Ай, блин. Больно же. На тебе. Ну, эта тема, конечно, для новичков, да? Для новичков вот эта стратегия вообще имбовая. Что я могу сказать? Для старичков, для олдов вообще пофиг. Спокойно его нагибаем вот так и все. Жалко без модов, а? Отдал скар, блиночки. Ну ладно, ты достоин, ты красивый такой, ты прям крушитель прям. Отмучился. Отмучился. О,
Славная работа, возвращайся к Чаку за наградой. Ничего себе, я-то вернусь, блин, и потребую я на этот раз нормально. За такую орду бомжей. Но Томми, а? Томми, друг, я тебя пытался вытянуть из вот этой вот, как это называется, ямы негодяйской, да? Чтоб ты человеком стал, работу нашел, блинчики. Но ты как был человеком, так ты остался. Вот. Мы сделали все, чтобы помочь мужику. Но если вступил на путь, так сказать, неправильный... Ты смотри, сколько сетов. Если ты новичок, я не знаю, это бомба, блин. Это бомба. Вот эти сеты, они вообще офигенские. Ну, как бы, да, надо еще зачистить. Ну, ничего, пацаны наваливали-то с пистонами. Мы так, типа. Не то, что мы там в стороне. Да? А они всех убивают. Но все-таки. Ой, хорошо. Че, все, больше не будет? Дубик еще можно здесь зарубить. Что еще здесь есть? Да ничего больше нету. Погнали, погнали за своей заслуженной наградой. Друг, давай, давай. Ну, это-то понятно, да? Спасибо за помощь, я твой должник. Все, к мужчине мы не подходим. Это, друзья, финал. Полная репутация у Гарика. Полная награда, в смысле у Чари. У Чака. А Гарика нам чуть-чуть остается. Забрать. Хы-ты-дыщ. Теперь идем в шикарную почту и чем, надеюсь, удивлят. Я про что вообще говорю, бро? Я про вот эту крайне редкую оружейную схему. Давай посмотрим, что там нам вопрет, не вопрет. Фу, так, стой, подготовились, выдохнули. Ну, давай, не томи. Хыдж! Да, блинчики. Глушитель. Тьфу ты, блин. Вообще... Ну что поделать, да? Ну вот, ну не вперло, да. Но, тем не менее, если у тебя немного собрано модов, сирения мода, это круто. А если она не подойдет тебе, у тебя такая есть, относи ее и получишь 2 тубуса с модами в бункере Альфа. Вот так вот. Друзья, с вами был Харди. Увидимся на следующей неделе. У нас начнется вторая неделя, значит, сезона. Новые персонажи. Не знаю кто, но я так понимаю, вот эта мадам появится. И трусишки, да? Клеопатровые трусишки шикарные. Но, может быть, их как бы двое будет. И этот. Типа того. Ну и лук собрать, пока-пока.